Планируете золотыми слитками внедрять? Нужно больше золота. Там крики на заднем плане. Я, с вашего позволения, выключу. А то там прилетит что-то. Не, Макс, еще ничего. Дрей говорит: Михаил, ну как так-то? Привет, где StarCraft, где фотонки, сколько можно терпеть? Ну, помни, сейчас смотри, там турниры регулярно кастятся. Пожалуйста. Там и Magic стримит StarCraft регулярно. Я-то чего? Я... Так. Ну что, это второй полуфинал. Фоги против Соника. Довольно часто встречающиеся пары, противостояния. Интересно посмотреть, будет ли у них и какая разница в плане билдов, потому что если старт, понятно, там алтарь-барак на этой карте с последующим крипингом этой точечки и случайным артефактом, от которого может очень многое зависеть. Но герои-то может быть разные, то есть тут и Димка может быть, и Козел может быть, и Патма даже первый может быть. Разве что Варька за эльфов не очень заходит, потому что даже если тебе удастся ее прокрепить до третьего, и там будет герой уязвимый к Варде, ну тот же самый Кипер или та же самая Патма, все равно Варя вторым героем, берется вторым героем Демон Хантер, и при правильной игре Варька нейтрализуется весьма неплохо. Да, там можно, конечно, там АМШ, инвулы, но на дистанции она проигрывает Димке. Какой StarCraft? Где Дотка, Галустян, Интернешнл, вот это все? Ну, слушайте, там сейчас, во-первых, все в онлайн переходит из-за, опять же, вируса. И вы, наверное, обратили внимание, что и сегодня и турнир от одноклассников. И проанонсированный... Кстати, новости не было еще у нас на сайте. Ну, появились турниры от ФКС по Варкрафту, и первый будет в воскресенье. И дальше будет еще 8 турниров по Варику с призовым фондом 20 тысяч на каждом, который, к сожалению, нельзя будет увеличивать, потому что они самостоятельно призовые выплачивают. Но, тем не менее, мероприятий онлайн сейчас будет значительно больше. Просто зайдите на страницу турнира. О, Патма первая, а тут Димка. Вот, пожалуйста. Уже сразу у нас есть разные герои. Конечно, ситуация с донатами из Беларуси. У меня команда разрабов финтехи давно, если есть необходимость. Разработчики нам всегда нужны. И парочку новых мы собеседовали на этой неделе. Надеюсь, кто-то из них приживется. Вот, но я думаю, что сейчас никаких проблем с приемом платежей из Беларуси нет. Если там стандартные карты, Visa, MasterCard, то это через... Ну, через текущий эквайринг, через Альфу идет все, и ок. Вот, а так, если вы там толковый разраб, у нас подкопилось большое количество интересных задач. Нужен сейчас главным образом на фронт, конечно. Не знаю, PHP, JS, что там. Ну, в общем, если подробности интересны, пишите, звоните. Деньги будут, присылайте. Майкерсобак.гудгейм.ру. Итак, Патма без разведки, аура плюс стрелка. Говорит, проблем нет из Беларуси, по крайней мере, не ощущал. Ну, хорошо. Самое главное, чтобы у пользователя не было проблемы реально расставаться со средствами. Чтобы все происходило легко и непринужденно. В развлекательной сфере оно так должно быть. Всем добра. Опа! С одной стороны, это логично. Когда ты играешь по тму, она подразумевает масс. Ну, то есть два барака, хантрески, погнали. И, как следствие... Ну, обычно тут определенная эволюция есть. Объяснить, почему здесь строится база именно в конкретной ситуации, по логике довольно сложно. То есть можно, но тут цепочка следующая. Патма значит масс. Масс значит у нас будет преимущество по войскам, и это можно закреплять экспандом. Но, в общем-то, можно попробовать и похалявить, если мы уверены, что успеем достроить... Ну, маск к тому моменту, когда достроится экспанд. Можно сыграть и таким образом, короче говоря. Но, блин, на красной точке, в нестандартнейшем месте сейчас делает это Фоги, который не сможет закрепить долгое время.
О-о-о, побежал, побежал. О, как кот сейчас мог, может, вниз. Нет, Соник побежал вперед. И он обнаружит базу. Ему, возможно, не хватит. Сколько там? 825. Не хватит. Или хватит? Хватит. Надо вмешиваться. Надо виспов сразу брать. Там будет на границе, прям на тоненького. Виспы поехали. Потма никакая. Виспы уже здесь. Под окружение готовятся. Они кем окружать. Но к Димке никто не придет помочь. Да, получается, Экс достроится. Инвул. Как близко. Нет. 50-23. Нет! Нет! Но там все равно не хватало одного удара. То есть этот бы... Все равно был бы удар... Когда дерево появляется, оно как бы еще не готово. И там этой анимации даже не было. Учитывая скорость атаки у Димки, оно появляется где-то секунды полторы. У него скорость атаки 1.35. То есть Фогичу надо было отменять базу. Надо было... Это так важно. Это так важно. О боже. Это во-первых. Во-первых, сбитые планы. Но это не самое важное. Во-вторых, это минус... Минимум 320 на 185. То есть ничего не отменилось вообще. И плюс сюда еще добавьте виспа за 120. Специально обученного элитного виспа Фоги. Особо дорогого его сердцу и кошельку. Обидно. Самое печальное, что, как правило, ты после этого не можешь отказаться от экспанда. Нет, отказывается от экспанда. Понятненько. Ну, что делать? Минус ТП, минус инвул. Ну, классно, конечно. Но мне кажется, что база гораздо просто важнее. Потому что у тебя вся игра завязана на тайминге, на нужном. Пытается ворваться в Арчею. Сейчас можно подрезать арчерок. Минус одна. Поскакали за следующими. Но там уже Мунвелла ждут дома. Спасибо за Варкрафт. Дай. Сектоид, дай. Видимо, кто-то из наших чамандеров пишет. Спасибо тебе большое за спасибо. Ах, тут Соник в свою очередь подрезает тоже арчу. Вот, и в массе... Что для котов, что для дриады, которые... Хотя не факт, что будут дриадки, потому что Т2 мог строиться чисто для глефов и второго героя. Да, появляется Нага. Какой моноберн классный. Потма, если вот в данный момент, может быть, у них одинаковая ценность с Димкой, то чем дальше, тем будет, конечно, жестче. Чем больше юнитов, тем Потма со своей аурой плюс 20% к урону. Ох, арчи подходит, это плохо. Арчи выдают ДПС больше, чем кот. Ну, в смысле, одна арча так же, как кот приблизительно дает. С учетом, ну, по котам по-вражески. Поэтому лучше к ним прорваться. Соник еще пытался застроить, ничего по себе. Грамотно Соник заходит на Магас. Это все ради свитка. Другого способа эффективно лечиться на такой стадии, когда Мунвейла... Ну, хотя он не сильно разменивался по Мунвейлу, но все равно это лучше оставить для героев. Сейчас свиток нужно юзать, видимо. Развернуться, арчи убрать. Свиток протекшена. Минус одна арча. Минус вторая арча. Прекрасно Фоги понимает, что в такой ситуации сражаться нельзя, но он отъел ровно столько, сколько нужно было. То есть он взял самых двух привлекательных арчей, самых симпатичных. Довольно быстро с ними разобрался. Плюс Соник потратил инвул. Но вот сейчас как-то... А, он все-таки идет в дриадок, да? В дриадок идет. И в Т3. Потма, Т3. Какая логика? Фогич, ты чего? Это просто магаз был от него тайминговый. Ну его сейчас пробривают просто. Не, ну а как? Надо кос делать. Сделал иллюзии котов и с двумя дриадами. Сейчас пойдет в бой. Козочки, конечно, молодцы.
Но очень битая Патма, очень битая Нага и очень битые коты. Коты просто никакущие. Минус два кота сразу. Димка, правда, толпится. Нет, Соник должен продавить. Вот эти вот три кота умирают в лед. Раз, два, три. Четвертый за компанию. И протекторами застраиваем. Ну. Проблема, конечно, самая большая была с экспандом. На тоненького, на тоненького. Четвертая Патма. Ух. От протекторов не отбиться будет. Патма, нет, 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 нет. Нам... Забегает Димка. Ой-ой-ой, ныряет. Ну... А, там есть танк. Я что-то забыл про анк. Вот сейчас можно Димку убить. А, у него плащ. Прекрасно. Вот сейчас можно убить. Добивает, но опыт не получает, потому что, да. Можно Патму убить. Давай, пишет Рема Демо. Что? Выкапывает. Выкап... Как же дриады терпят? Протекторы будем... Зачем? Нага выходит. Димку выкупили. Ну тут либо медведь... А, он отменил Т2. Ой, Т3, извините. Баллисты внизу, оказывается, у Фогича. О, слушайте, можно отбиться. Барак-то живой. Барак-то живой. Какие ноги медведям ты... А, ну, видимо, для того, чтобы хоть как-то лечиться. Патма идет. Пытается сейчас вместе с Нагой. Мисс, мисс! What? Козочку сюда срочно нужно, чтобы кота... Козочку, ну козочку. Блин, ему две козы сейчас новые. Так бы сейчас пригодились. Отбивается Гогич. Отбивается. Минус один протектор, минус кот. Нифига себе, вот это он дает. Да, у меня там проблемы с Мунвеллами будут какие-то, со здоровьем. Но главные герои живы. Все, у Соника проблемы. Тот же Т2, только Нага мертва. Все, Фоги отбился. А как такое? А потому что нырнул на базу. Вот этот может делать только... Давайте проанализируем, да? У вас вы пушите эльфа. Он разваливается. У него хреновый герой по уровню. У него нет армии. Вы находитесь на его базе, вы уже его застроили, протекторы достроились. Что нужно сделать? Есть несколько вариантов. Первое. Отступить к протекторам и планомерно убивать Мунвеллы, Лорницы и так далее. Второй вариант. Пойти отдаться под мейн. Армию игрока атакуют. Я бы нырнул в базу, говорит Вива Би. Ну вот да, Соник, он такой человек, который живет очень ярко. Ярко запоминающийся. Мы просто... Дискорд, говорит Сокол. Ё-моё. Да, сори, там просто были звуки левые, я отключил. Да, правильно сделал, потому что я тоже подрезал хороший. Надеюсь, посмотри, как его подрезал. А ты эту игру на сколько смотрел? Я вот сейчас увидел, как... Как Соник слил выигранную игру тем, что забежал. Ну я такой, ну ничего новенького, так нормально. В своем репертуаре, к сожалению. Обидно. Да ладно. Вот за Соника обидно. За Соника, да, за Соника обидно. Молодец. Так, а что у нас? Ну смотри, Соник ставит нычку. Да, это забей. Сейчас дирижабль, катапульты... И третья аура с дриадами, и все. Главный Фогич не это самое. Да, у Соника, говорит, один вариант. Да. Не, ну три протектора, ну куда ты, зачем ты, ну почему ты? Я уж похоронил, все, Фогич. Не, молодец, тянул до последнего, ну, точнее... Защищался в последний раз. Да, 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 да. А что шестой демон не вытащит? Вытащит, только он четвертый сейчас. Так. Шестой-то да. Еще можно сюда что в Турен добавить. Да.
там дриадки против Хантрес. Дриадки на изях. Угу. Ну, при контроле. О, пошел. Пошел Висп на разведку. Сейчас Фогич. Ой! Что? Фоги выкопал дерево! Что? Блин, ребята, давайте по одному фейлить. А как так? Он Виспа хотел заказать. Ну. Слушай, ну он как Мун. Он как Мун. Может, он бэкпэк хотел сделать. Это вариант тоже неплохой. Не успеет. Скэнсел надо. Ну ладно, что все там. О, успел. Арбы нет. Блин, друзья, ректись на следующие турниры. Ну покажите. Видите, это полуфинал, представляете? Полуфинал. Я регался. Покажите, как надо. Я регался, с тобой-то все понятно. Где-то сейчас воет пута. Как? Как так? Я послушал сегодня Пуха, он же комментировал игры. И он уже все, он говорит, я принципиально игры Фогича смотреть не буду. Потому что, ну, Фогич выиграл, кстати, Тиаша, между прочим, 2-1. Но Пух уже все, он все свои немногочисленные волосы, видимо, потерял на предыдущих матчах Фогича. Все, он не смотрит. Он смотрел Хавка реально, просто вот. Смотрел Хавка. Сейчас вылетит... А, не вылетит первый дрозд. Смотри-ка, Древо Ветров отменил. Я не пойму, почему Фогич не показывает микруху? Если бы это был Мун, коты были бы уже все красные. Да Фогич уже... Он наслаждается. Выстрелил, отступил, выстрелил. Назад сейчас. Ну куда ты, зачем ты с ними разми... Вообще, если вы возьмете одного кота и одну дриаду, то кот выиграет, если не микрить. Вот, но... Ладно, двух лучше котов и двух дриад, чтобы чекрумы. Потому что я не уверен, что... Мне кажется, что дриадкам выиграет кота, если один на один, без учета отскока. Вот, но если два и два, то ну, вообще без шансов. А если начать микрить, то у котов шансов нет. Соник теряет котов. He's just chaotic player. Хаоти, понимаешь? Хао? Хаоти, да, это. Корни у него тоже азиатские. Ой, зато я доширак пойду. Изява. Вкусник. Старго говорит, может попробовать. Я, правда, никогда не играл в FIFA. Это не FIFA. Но тут такие противники. Слушай, ну... Легко вообще. А если ты играл в FIFA, то Рексен на... Там через сколько там, 10 дней, что ли, будет турнир с призовым. Ой, или через 15, кажется. Но изи деньги там. Вот, Твичер говорит, я тебя в... начал... Я из-за тебя начал играть в Warcraft, смотрел твой каст. Блин, Твичер, ну, только не во время игры. Как Граби на Гнулвуде против эльфа. Давай без чата, это отвлекает кастеров. Спасибо тебе большое за... за то, что так давно смотришь. За то, что познакомили мы... Ёпры, с этой... Хорош. Полетел. Хорош. Просто полетел. Окружают по тму! И Нага чудом уходит. Вообще, эта игра должна была закончиться. Она была, должна была закончиться на штурме базы Фоги, а потом должна была закончиться в контратаке. Не, ну здесь все равно Фогич что выигрывает. Нельзя. Ну, он да, как бы он выигрывает последние 10 минут, но что-то никак не может выиграть. Но он тарабанит, потом перестает и ждет. Потом опять начинает. Соника бедного. Я понял. Ну сейчас он медведями. Соник. Просто смотри, он мог не делать Т3, он мог просто продолжить штамповать дриад, продолжить штамповать баллисты и идти в агрессию. Потому что, ну, Соник, ты же рассыпался на экспане. Там разница в 15 лимита у них была, когда отбились они. И все, и какие проблемы? Минус дрозд. Видел, жалко его, бедолагу. Но он уже не пригодится. Самосом говорит, Мишаня, когда на этом чемпе мы будем болеть за бобра? Никогда. Я... Почему?
Почему? Миша, я бы с тебя поболел. Не-не-не, мне нужно много времени для того, чтобы хоть что-то начать делать. Ну, у тебя есть время? Есть. Челлендж? Тебе же там сколько, 35к или сколько закинули? До 10 тысяч долларов. 10к долларов, Мишаня. Но нужно топ-1 взять. Карантин. Карантин, это лучше, да, чем государство, да. Что вам дает. Смотри-ка, отменяется база у Соника. Да, вот, и сейчас... Опять на ну куда медведи отступают? Ну уже ж лапка доделывается, ну не надо, ну... Дроп. И медведи пошли. Медведи против арчей, это нечестно, я считаю. Там уже против всего, нечестно. Они просто убивают. Да, Фогич одерживает закономерную победу. Если сейчас снага, патма не отобьется. I withdraw my comments. Bears don't care about armor types, apparently. Xlor тоже не знаешь, что не знаю, чатится. Так, все, отлично. Ты геймнейм мне потом подкинешь, да? Спасибо большое. Друзья, остался финал. Это Фоги против Xlor. У тебя, говорят, есть неделя до следующего капа, конечно.